Что касается национальной идеи, то я неоднократно высказывался, что национальная идея как таковая России не нужна. Россия является всемирно-историческим государством, и России нужна всемирно-историческая идея. Точно так же, как Америка, значит, честно или нечестно, неважно, но всему миру несла там некие идеалы свободы, или как Советский Союз нес всему миру идеалы справедливости, или как, допустим, христианство является, ну, мировой религией, так же, как там мусульманство и так далее. Точно так же Россия, она должна именно мировую некую религию исповедовать. Мы не мелкая какая-нибудь Польша или не какое-то там мелкое национальное государство, а мы империя, и у нас должны быть имперские идеи, имперские амбиции, которые охватывают, что называется, весь мир, которые потенциально себя включают весь мир. Если мы замыкаемся в своих национальных границах, начинаем делить на своих и чужих, то мы изначально закладываем возможность своего национального поражения. Потому что когда ты делишь все на своих и чужих, чужих всегда оказывается больше, и в противостоянии с ними ты окукливаешься, замыкаешься и становишься мелкой нацией наряду с такими же там, тысячами других таких же мелких наций, которые значит, держат за свои мелкие национальные различия и значит, никому не интересны, кроме себя самих. У нас другая миссия, мы все человеки, этому учит вся наша история, все наши великие писатели, великие философы. И надеюсь, что мы сохраним вот нашу эту историческую миссию.